В масках и на расстоянии тысячи зрителей собрались на музыкальный молодежный фестиваль «Круила» в Барселоне. Трехдневное мероприятие решено было провести, несмотря на новый рост числа заражений коронавирусом и распространение его более опасного варианта «Дельты». Правда, в связи с ситуацией фестиваль принимал не 25, как обычно, а 18 тысяч зрителей в день. Очень необычное ощущение. Столько людей в одном месте, бок о бок, даже странно. У нас много новых случаев инфицирования. Надеюсь, что со всеми защитными мерами не будет серьезных последствий. Все участники фестиваля прошли ПЦР-тестирование. Положительный результат дали 270 тестов из 43 тысяч. Наличие масок строго контролировалось, как говорят организаторы. Присутствующие вели себя очень дисциплинированно. Но критиков это не успокоило. В Каталонии за последние несколько дней зарегистрировано свыше 3000 случаев заражения. Особенно активно вирус циркулирует среди представителей молодежи, в то время как охват вакцинации в этой категории не превышает и 10%. А во Франции обнародовали результаты эксперимента, проведенного 2 месяца назад. В Париже в мае прошел музыкальный концерт в присутствии 4000 зрителей. Каждый из них сдал тест на коронавирус за 3 дня до, в день мероприятия и неделю спустя. Оказалось, что участие в нем не повлияло на уровень заболеваемости. И это несмотря на то, что, как выяснилось позже, несколько зрителей в день концерта были инфицированы. Как полагают исследователи, преградой для распространения вируса стало наличие масок.